Ребята, всем привет! С вами я, Нубик в Майнкрафте. И сегодня, ребята, я вам хочу показать, где я построил свой великолепный домик. Сейчас, смотрите, я поднимусь на верхний этаж и вам покажу. Это что такое? Ребята, я не понял, это что такое? Тут какие-то урсы. Я не знаю, что это такое, но, по-моему, это какие-то дикие медведи. Вот они какие-то с шипами. Ничего себе, откуда они взялись? Смотрите, я же построил такой вот длинный высокий забор. И как они его перепрыгнули, я не знаю. Может, у них какая-то магия есть, но почему-то... Ой, они ко мне не запрыгивают, и у них очень дальний удар. И это очень плохо. И нам, по-моему, придется их убить, ребята, потому что мне так же... Жить неохота с такими дикими зверями, которые живут у меня под окнами моего домика, моего маленького домика такого вот. И давайте перед началом видеоролика я хочу вам посоветовать подписаться на мой канал. И хочу сказать спасибо тем ребятам, которые решают мои примеры. Вот вы видите их на экране. А следующий пример у нас будет таков. 12 минус 5 плюс 6. Решайте, ребята, и вы попадете в мой видеоролик. Ну а мы продолжаем с вами. Сейчас включим таймсет D, чтобы было солнышко. И смотрите, они даже не горят на солнышке. Им вообще пофигу, что тут вообще происходит. Но я надеюсь... Мой метод сейчас работает, который я вам сейчас по секрету раскрою, что я сейчас буду делать. Только давайте мы вот тут вот сделаем вот такую вот штучку, вот spawn point поставим. И давайте попробуем их сначала в рукопашную забить. Получайте, тупые миски! Ой-ой-ой-ой-ой, они все на меня накинулись, уйдите от меня, у меня осталось одно сердечко, не надо меня убивать, мистер медведь. Блин, их руками просто так не убьешь. Их тут очень много, ребята, согласитесь. Их тут очень много. Ну ладно, ребята, сейчас я вам расскажу, что я буду делать. Наверное, вы заметили в начале видеоролика, что у меня тут есть какой-то подвальчик. И в нем, смотрите, что есть. В нем здесь есть необходимое, что нам понадобится для убивания этих медведей. Вот, смотрите, заходим в этот сундук. И у нас тут лежит очень куча много опыта, очень много алмазиков, золотые яблочки, лук, стрелы и все такое, которое нам, что нам понадобится для истребления этих тупых медведей. И сейчас мы это сделаем. Смотрите, бьем алмазики, бьем палечки, делаем сначала меч, который делается, одну палечку кладем и два алмазика, и у нас получается алмазный меч. Теперь, ой, я не сделал, теперь мы делаем полный алмазный сет, вот так вот, броня алмазная. Теперь надо скрафтить эти штанишки, надо скрафтить ботиночки и скрафтить шлем, потому что надо свою голову беречь. И, кстати, ребята, уже наступила зима у нас на улицах, выпал снежок, и я вам советую надевать шапку, потому что вы можете просто-напросто заболеть. Вот, вот так вот, вот. Так, а мы с вами как раз скрафтили полностью алмазный сет, и теперь мы должны с вами его зачаровать, а это нам поможет вот эти вот пузырьки опыта, которые мы сейчас с вами будем тупо, оп, разбивать, чтобы, так сказать, нафармить наш опыт, потому что я нубик, и у меня вообще в начале игры нет вообще ни одного опыта, и это очень плохо, потому что я маленький нубик, ребята. Кстати, ребята, напишите в комментарии, вот я уже сказал то, что наступила зима, и напишите в комментарии, нравится ли вам зима или нет, нравится ли вам кататься с горок или да. Ну, я не знаю, что вы ответите там, напишите, в общем, мне вот интересно. Вот я, например, люблю кататься с горок, вот, и прыгать в снег, вот так вот, плюх, прям лицом в снег, мне это очень нравится, но это очень опасно и экстремально. Так, смотрите, мы с вами нафармили 28 уровень, и какие-то штуки вокруг нас летают, это меня как-то обесит. Давайте быстрее зачаруем, что... А, нам понадобится же этот лазурит. Вот сюда вот кладем и зачаруем на вот эту вот заговор огня, отдача, один прикол. Так, давайте теперь вот это зачаруем. Так, защита, прочность, отлично. Теперь вот этот вот защита, хорошо. Так, главное, чтобы защита, отлично. И последний шлем. Так, главное, не подводное дыхание. Прочность, ага, подойдет. А вот эти вот опыты так и будут вокруг меня бегать? Так, меня они уже как-то бесят, слушайте, ребята. Как от них избавиться?
Так, а, они внизу просто летают, да, по-моему? Ну-ка, давайте мы сейчас с вами быстренько тогда... Ой. Зачаруем. Так, это мы все зачаровали, и нам остается только зачаровать люк, который мы сейчас зачаруем на силу 1. Блин, лучше бы какая-нибудь отдача выпала, и вот это вот было бы тогда вообще круто. Вот, ну, я так скажу вам, ребят, то, что на силу дождь пойдет так. Так, так, надеваем теперь наш суперский крутой зачарованный сет. Так, оп, выходим отсюда, вылазим. Так, этот тупой опыт за мной летит, надо быстрее от него избавиться, мы от него как раз избавились. И теперь нам надо тупо убить этих медвежонков. Вот так вот, ну это не медвежонки, это вообще дикие звери какие-то, вот, тупой медведь, медведь-гризли. Вот, получай тупой миска, ты тупой миска, и ты тупой миска получай. Ой-ой-ой-ой-ой, я понял, ребята. Так, план Б, давайте мы с вами, знаете, как в эпичных фильмах, сделаем такой вот прыжок и убьем их всех. Давайте на счет 3. Раз, два, где они? 3, погнали! Ой-о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 й, они меня убивают, ребята. Так, осторожно. Так, давайте по чуть-чуть их ударяем. Вот так, смотрите, они начинают гореть, и это очень отлично. Может нам... И тут один, опа, а тут у нас засада появилась. Вот это вот плохо. Так, смотрите, а прикол будет, если они вот сейчас горят, а потом мы их убьем, и с них выпадет какой-нибудь бифштекс. Вот этот вот мясо, которое очень вкусное. Это будет прикольно. Так, ребята, меня, по-моему, очень сильно убивают. Мне надо закрыться, переждать первую атаку, так сказать. Потому что мы их вроде бы надамажили, и теперь мы должны их, так сказать, с люка немного пострелять. Вот так вот, 10 в голову попал, о, тупой медведь. Вот так вот, получай. Так, мы одного медведя упали. О, чего с него какие-то вещи крутые выпали. Смотрите, интересненько, что это такое. Сейчас мы, когда их всех убьем, мы посмотрим, что там из них выпало. Так, получай, тупой миска. Оп, это куда стрелял, упали. Так, давайте на счет раз. Раз, погнали. Получайте, тупые мишки. Так, а почему вас так мало? Что-то я не помню, я что их у всех убил? Вот еще один медведь. Тут полечу, получай. Вот эти вот сильные мишки. Так, получайте по мордочке, потому что вы меня бьете, а я не люблю тех, кто меня бьет, потому что вы, блин, вообще тупые, потому что я никого не бью, а вы меня бьете. Вот так вот, по-моему, мы их всех убили, ребята, и это очень хорошо, я вам могу сказать, потому что мы стали чемпионами. Вот так вот. Так, давайте посмотрим, что же с них выпало. Вот такие какие-то штуки, смотрите. Ого, да их тут много. Ребята, по-моему, с этих штук можно крафтить мечи, которые мы в предыдущих видео тестили. Если вы не видели, какие мы мечи тестили, то вы должны обязательно просто посмотреть те видосики. Просто там мечи такие жесткие, прям там такая коса здоровая. Вы просто обязаны посмотреть тот видос. Ну давайте еще посмотрим, что тут из них выпало. Какая-то штука. Еще, о, смотрите, похоже на какой-то, так сказать, воронку. Вот есть воронка в Майнкрафте. Это типа такой, только какая-то крутая и профессиональская, что ли, вот так вот могу сказать. Опа, а что тут леки-блеки делают? Интересно, вроде бы тут ничего не было, никаких леки-блеков. Так, ну-ка, давайте их возьмем, что ли, и сломаем. Давайте вот тут вот прям такую стеночку построим из леки-блеков. Вот, их целых 5 штук. Интересно, откуда они там взялись? Опа, чародейский столик у меня как раз уже есть. Но второй можно куда-нибудь потом еще положить, ну, поставить, я думаю. Можно даже вот тут вот на всякий случай поставить, вот, чтобы туда вниз не спускаться, вот. А давайте второй сломаем. Ого, эндерперли, теперь мы можем найти эндер-дракона, и это супер-пупер, офигенно, ой, я куда-то запулил его. Опа, я покинул свою деревню, это не есть хорошо. Оп, мы вернулись, так, а давайте вот этот вот сломаем. Так, курочка, теперь у меня будет что покушать, и это отлично. А, так, давайте вот этот вот сломаем. Ого, вот этот прикол. Оп,
А то, о, лазурит, прикольный, вот у меня как раз лазуриты там кончаются, и мне этот лазурит как раз, так сказать, поможет в дальнейшем, вот так вот. Итак, ребята, вот, вот так вот. Ну, а на этом, ребята, я думаю, можно закончить наш видеоролик, потому что мы убили этих тупых медведей, и теперь мы с радостью можем сказать, мы с вами чемпионы этой деревни нашей маленькой, вот, и вы должны обязательно подписаться на канал, поставить лайк, решить пример, который я задал в начале видеоролика. Если вы его решаете, то вы попадаете в следующий видеоролик. Вот, посмотрите видосики, которые у вас появились. Вот сейчас вот, вот. Видите видосики? Раз, два, три, четыре. Они по всем углам у вас. Вот, вы должны их обязательно посмотреть. Вот, и позвать своих друзей, близких, родственников, одноклассников. В общем, вот так вот. Все, ребята, всем удачи и всем пока. Пока.